Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, нас хорошо слышно. Если нас хорошо слышно, ставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Коллеги. Так, отлично. Мы видим, что нас слышно. Еще раз добрый день. Разрешите представиться. Меня зовут Туравилова Елена Викторовна. Я заведующая отделом экспертизы и качества научно-практического центра диагностики и телемедицины. Сегодня мы с вами продолжаем цикл вебинаров по результатам аудита. И сегодня со мной вместе этот вебинар будут проводить руководитель отдела развития лабораторного дела лучевой диагностики Елена Вячеславовна Панина и эксперт отдела экспертизы и качества, врач-рентгенолог Борис Сергеевич Никитин. Он будет показывать вам интересные случаи, которые встречались во время аудита. Ну и прежде чем мы с вами приступим к каким-то технологиям выполнения исследований КТ органов брюшной полости и интересным кейсам, немножечко введу вас в курс дела, что же такое аудит. Аудит – это оценка качества выполнения и интерпретации исследований рентгенорадиологических. Ну, в частности, мы сейчас говорим про компьютерную томографию. Все исследования, выполненные на цифровых диагностических установках, попадают у нас в единый радиологический сервис, так называемый ЕРИС, в который у нас интегрирована специальная система по проведению аудита. Регулярно, ежедневно происходит случайная выборка исследований из общего, так сказать, это большой архив, да, и из этого большого архива происходит случайная выборка исследований, которые попадают на аудит экспертам. Происходит распределение по модальностям и по определенным субспециализациям. То есть эксперты занимаются у нас определенными модальностями, иногда бывают они мультимодальные, но в основном субспециализация у них, направление часто одно, да, потому что они эксперты. В случаях, если исследование, первый эксперт выставляет клинически значимые расхождения, то такие исследования проходят двойной и тройной просмотр. Ну и по результатам аудита у нас получаются определенные отчеты, которые мы предоставляем заведующим отделов лучевой диагностики, и составляются определенные рейтинги по медицинским организациям и по врачам в этих медицинских организациях. Итак, этапы аудита. Аудит у нас состоит из двух этапов. Это оценка технических параметров, так называемая оценка работы рентгенолаборанта. Я думаю, Елена Вячеславовна нам расскажет подробно про технологии, про технические параметры. Второй этап аудита, он тоже поделен как бы внутри на два этапа. Это оценка протокола описания, то есть как оформим протокол, как указаны ли все, грубо говоря, клинические данные, лучевая нагрузка, ну то есть оформление протокола. И самая важная часть аудита – это интерпретация исследования. То есть второй этап – это оценка работы врача-рентгенолога. А параметры оценки поподробнее на этапах аудита. Значит, если это технические параметры, первая часть, как я вам говорила, тут либо у нас может быть полное соответствие, когда мы понимаем, что исследование выполнено технически верно, либо у нас появляются какие-то замечания, мы можем поставить, выбрать из чек-листа аудита, какие у нас есть замечания, оставить комментарии для того, чтобы в дальнейшем заведующие могли разобрать это со своими рентгенолаборантами и что-то где-то скорректировать. Да? По технические замечания – это некорректный выбор параметров сканирования, это нарушение методики, это наличие артефактов. И плюс еще есть такой параметр у нас, не подлежит дальнейшей оценке. Это такие случаи, достаточно редкие, когда исследование было выполнено технически настолько некорректно, неверно, неправильно, что такое исследование оценивать дальше невозможно. Такие исследования должны быть интерпретированы и подписаны врачом-рентгенологом.
Этапы оформления протокола. Также у нас есть возможность, да, там, когда у нас все хорошо оформлено, мы можем выбрать полное соответствие по оформлению, либо у нас есть какие-то замечания. Замечания у нас могут быть при оформлении паспортной части, допустим, протокола, при указании цели, отсутствия, точнее, цели исследования, клинической информации. Очень часто не проставляется эффективная доза, да, полученная при исследовании. Иногда бывает, что врачи могут вставить рыбы, да, как мы говорим, которые они используют для описания тех или иных исследований, и где-то что-то не удалить, да, лишнее, что-то останется, и может разойтись описание с заключением. Бывает такое, встречаем, что описание, патологию, все хорошо описывают, а в заключении написана норма. Редко, но встречается. Вот. И соответствие алгоритму формирования заключения в протоколе, ну, в частности, если, конечно, на примере компьютерной томографии, это в первую очередь заключение, да, всегда должно быть это именно интересующая патология, да, выявленная. Если что-то выявлено, оно должно стоять на первом месте, быть увиденным в самом начале, ну и по убыванию. Ну, а если говорить о каких-то классификациях, то, соответственно, да, используем в практике, то обязательно должны быть какие-то категории по этим классификациям выставлены. Третий этап – интерпретация изображения. Здесь у нас может встречаться гипердиагностика, так называемая ложная находка, когда врач преувеличил в интерпретации то, что он увидел, да, то есть там, я думаю, что Борис Сергеевич нам покажет на примере кейсов, примеры гипердиагностики, гиподиагностики. Гиподиагностика – это пропуск находки. Чаще всего, если выставлена оценка гиподиагностика, пропуск какой-то находки, чаще всего итоговой оценкой такого аудита будет клинически значимое расхождение, то есть пропуск какой-то патологии, которая могла повлиять на дальнейшую тактику ведения пациента. Ну и некорректная интерпретация выявленных изменений. Врач видит, врач молодец, но, к сожалению, интерпретирует не совсем верно. Итоговая оценка выставляется в заключении аудита, да, перед тем, как закрыть, и такой аудит попадает в отчетную форму, выставляется итоговая оценка. Полное соответствие, соответственно, у нас нет никаких вопросов, и технически верно выполнено, и оформлено, и интерпретировано. Замечание общего характера в случаях, такая итоговая оценка выставляется в случаях, если у нас есть замечания по техническим каким-то параметрам выполнения или по оформлению протокола. Клинически незначимое расхождение. Выявлены замечания, может быть, даже какие-то пропуски, но это бывает часто реже, чаще это гипердиагностика. Гипердиагностика чаще всего бывает клинически незначимой. И клинически значимое расхождение, самое важное и самое негативная итоговая оценка, это выявление клинически значимых расхождений, пропусков патологий, некорректных интерпретаций, тех ситуаций, когда это могло повлиять на дальнейшую тактику ведения пациента и, соответственно, качество его жизни. В случае, если первый эксперт, вот, должны понимать, что выставление клинически значимого расхождения это не является какой-то субъективной оценкой, да, одного какого-то эксперта нет. В таком случае обязательно, если клинически значимое расхождение выставлено одним экспертом, такое исследование идет на проверку второму эксперту. И если второй эксперт соглашается и тоже ставит клинически значимое, все, аудит закрывается. И если эксперт второй говорит нет, здесь клинически незначимое расхождение, такое исследование идет третьему эксперту. То есть идет такая большая цепочка из экспертов. Ну и немного статистики, просто в завершение. На примере второго полугодия 2020 года, я, конечно, понимаю, что у нас там была и пандемия, и исследования КТ органов грудной клетки вытеснили, в принципе, в какой-то момент вообще все исследования возможные и невозможные. Но, однако же, на примере все-таки второго полугодия, хочется сказать, по техническим параметрам, в принципе, достаточно высокая доля без технически значимых замечаний выполнено исследований. И если смотреть прицельно, какие же чаще всего бывают технические замечания, то наиболее чаще, и вы видите, да, процентное соотношение, сравнение третьего квартала с четвертым, у нас есть, в принципе, таких три уровня. Да, это некорректный выбор границ,
Да, мы об этом тоже будем дальше говорить с коллегами. Это неустранимые артефакты, к сожалению. Да, часто бывает, что мы проводим исследования, когда у нас реанимационные пациенты, какое-то оборудование, датчики, провода. То, что, в принципе, убрать нельзя, но, к сожалению, это дает определенную наводку на изображение. И, заметьте, третье место – это устранимые артефакты. Устранимые артефакты – это то, что можно было убрать в процессе исследования и сделать его верно. Ну, как мы, я думаю, что многие видали, и это и телефоны в карманах, это цепочки, это какие-то металлические предметы, которые остались, там, не захотели снять брюки и пошли на водки. Если по статистике и по детализации расхождений, то в целом при сравнении третьего квартала с четвертым доля полного соответствия, то есть когда у нас, как я уже говорила ранее, нет никаких замечаний, в принципе, ну, она вот, видите, колеблется, да, 61-59%, но она в целом у нас на одном уровне. Но отмечалось незначительное увеличение доли расхождений клинически значимых, но тут все, опять же, по структуре проведенных аудитов. В правой части экрана вы видите, что все-таки, да, поскольку пандемия и коронавирус, большая часть исследований – это легкие. То есть чем больше мы смотрим каких-то исследований, тем чаще там мы выявляем клинически значимые расхождения. На втором месте у нас нейрорентгенология, и как раз на третьем месте у нас живот, да, брюшная полость, исследования по количеству проверенных аудитов именно вот этих областей. И в сравнении также четвертого квартала с третьим наиболее часто это гиподиагностика, да, диагностическое расхождение, гиподиагностика, как я уже говорила, пропуск какой-то патологии, как основной, так и сопутствующий. Ну и в целом, как бы этот слайд, я думаю, что приблизительно то же самое, что и в предыдущем. К сожалению, мы видим, что исследование легких вытеснило у нас немножечко другие исследования, но ничего, мы будем продолжать увеличивать количество исследований в разных направлениях. Ну а сейчас хотелось бы передать слово Елене Вячеславовне. Уважаемые коллеги, добрый день. И, скорее всего, то, о чем я буду рассказывать, вы уже знаете. Но моя большая просьба. Мы сейчас будем говорить об общих аспектах проведения компьютерной томографии брюшной полости, малого таза. И вот на какие моменты стоит обратить внимание ваших рентген-лаборантов. Как уже Елена Викторовна говорила, что есть, ну, основные моменты, на которые мы должны с вами обратить внимание. Это, безусловно, нарушение методики. Есть методики, которые выполняются с контрастным усилением, есть методики, которые выполняются без контрастного усиления, и об этом мы с вами будем много говорить, особенно будем говорить о фазах контрастирования. Следующий момент – это технические артефакты, которые могли быть устранены, но не устранили ли мы их или не обратили на них внимания. И некорректный выбор границ. Но некорректный выбор границ, у меня будет отдельный слайд, мы будем об этом говорить, пошел, наверное, от неправильной изначально заложенной номенклатуры. Сейчас уже номенклатура поменялась, и на это я тоже обращаю ваше внимание. Если вы еще не ознакомились с новой номенклатурой, а вы оставляете услуги по старой номенклатуре, у вас в некоторых учреждениях еще и НИАС, ЕРИС это пропускает, то обязательно обратите на это внимание. Если вы не из Москвы, да, мы видели, что нас слушают еще и другие регионы, то тоже обратите внимание, что такого исследования, как исследование брюшной и забрюшинного пространства, не существует. Ну, об этом на слайде я обращу еще раз внимание. Итак, что важно, да, что важно, чтобы ваш рентген-лаборант понимал, и что должны вы тоже понимать. Это правильно собранный анамнез, да, какие были операции. Были ли травмы, да, то есть эти вопросы должен рентген-лаборант обязательно задать или посмотреть непосредственно в амбулаторной либо стационарной карте. Онкоанамнез и жалобы, да, есть ли какие-то жалобы перед данным исследованием. И если мы точно выяснили, что есть операции, есть травмы, есть онкоанамнез, есть жалобы. Например, в московском регионе есть система, в которой мы все работаем, и обязательно эти моменты должны быть указаны в клинической информации, да, в комментариях технолога. Почему это важно?
Поток пациентов достаточно большой, и когда врач получает изображение, зачастую, иногда, да, то есть если у вас, например, амбулаторный прием, пациент пришел только с направлением, и больше у врача никаких данных нету. И так как вы, как ваши рентгенлаборанты, первое лицо, которое контактирует, чем больше он спросит вот этих моментов, тем легче доктору дальше будет интерпретировать данную ситуацию. Также обращаю ваше внимание, что эти исследования проводятся, как правило, в динамике, да, то есть и брюшная полость, и малый таз, да, обязательно рентгенлаборант должен, чтобы получить качественное исследование, чтобы получилось качественное заключение, спросить, делалось это исследование раньше, не делалось, и если есть предыдущее заключение, обязательно вашу информационную систему необходимо загрузить. Следующий момент, который тоже отражается на качестве исследований, это, конечно, подготовка. И перед исследованием, да, мы просим пациента выпить 3-4 стакана воды без газа. Зачем это нужно? Да? Это нужно, когда при заполнении водой в желудке все складки расплавляются и хорошо визуализируются различные области желудка. Вот посмотрите, я вам специально привожу на слайде картинки, да, почему мы это должны с вами сделать. Следующий момент. Обязательно надо понимать, что мы делаем с вами в нативе, что у вас рентгенлаборант проводит только в нативном исследовании, и когда он проводит у вас с контрастированием. Да? Показания для этих исследований в нативном исследовании. Это определение размеров, плотности рентгенконтрастных микролитов, да, то есть желчного пузыря. Это состояние лимфоузлов. Это некоторые случаи грыж. Это динамика размеров очага, образования компьютерной томографии, да, то есть вы определились, это не нативное исследование, это контрастное исследование. Если это контрастное исследование, мы с вами готовим автоматический инъектор. Мы уже говорили на многих конференциях, с рентгенлаборантами мы это проговариваем постоянно, никакого контрастирования от руки данных исследований быть не может. И мы прекрасно с вами знаем, и у меня будет на эту тему слайда, что есть разные фазы контрастирования. И очень часто доктора приходят ко мне и говорят, рентгенлаборанты не попадают в фазы контрастирования. Да? Или мы не можем описать, потому что либо контраст ушел, либо контраст еще не дошел, либо еще что-то произошло, и это тоже будет говорить о качестве исследования, и это мы будем видеть в техническом аудите, да, то есть правильное вылезное контрастирование. Очень частый вопрос, сколько нужно контрастного препарата. Но на самом деле контрастного препарата считается от его концентрации. Мы знаем, что есть концентрация 300, 350, 370. Но если не вникать в эти подробности, да, ну, я видела очень много в своей практике моментов, когда всем по 50 или всем по 100. Вот этот принцип очень плохой, хотя бы придерживайтесь формулы 1 миллилитр на 1 килограмм массы тела. Следующий момент. То, что мы видим в техническом аудите, и это относится к устранимым артефактам. Когда у нас пациент пришел на исследование после эрегоскопии, после, соответственно, исследования с барием, и на топограмме мы видим вот такое изображение, и, соответственно, мы дальше с вами не продолжаем исследование, потому что совершенно точно мы здесь получим изображение с артефактами, да, то есть это прям прямое предназначение того, что у нас исследование дальше не получится, и это будет у нас с вами артефакты. Как мы и обещали, давайте поговорим про область исследования, да, то есть, как я уже сказала, что такого области исследования, как забрюшинного пространства, уже не существует. Итак, в область исследования брюшная полость и малый таз у нас входит часть нижних долей легких, сердца, пищевода. Это как бы верхняя граница, которую мы с вами должны захватить. И особое внимание обращаю, все органы брюшной полости. Надпочечники, почки, мочеточники, да, это у нас все входит в область, как у нас называлось название вебинара, образ живота. Это все область живота, да, и частая ошибка рентгенлаборанта, когда мы говорили нарушение, да, области исследования, когда мы делаем область, брюшную полость до верхней гребни подвздошной кости, и это у нас одна из частых ошибок. На это внимание, пожалуйста, своих рентгенлаборантов обратите. Ну, конечно, я не могла не сказать, не обратить внимание ваше на фазы контрастирования. Фазы контрастирования
будут зависеть от направляющего диагноза, да, ну, то есть можно говорить от момента введения контрастного препарата, либо от целевых значений. Я вам и то, и те значения сейчас на слайде представила. Но давайте с вами разберемся, да, то есть я все моменты, которые буду сейчас объяснять, буду говорить от момента, когда контраст пошел, момент введения, да, вот вы нажали на кнопочку, и у нас с вами прошло контрастирование. Вот эти моменты я буду обозначать. Ранняя артериальная фаза у нас с вами будет на 20-30 секунде. Здесь мы с вами видим, да, то есть она применяется для визуализации артерий. Ни для каких других моментов мы с вами ее не применяем. Что мы с вами в результате видим, да, что ваш рентгенлаборант должен увидеть? В ранней артериальной фазе мы получаем брюшную аорту, ангиографию брюшной аорты. Следующий есть момент. Поздняя артериальная у нас будет 30-45 секунда. Если у вас прошло сканирование раньше, то вы уже не получили позднюю артериальную и, соответственно, не можете оценить качественно паренхематозные органы. И здесь вам тоже будет засчитано как технически неверно выполненное исследование, технически неверно выполнено контрастирование. Здесь мы, конечно, с вами видим, как у нас представлено на слайде, артерия, воротную вену, селезеночную вену, паренхиму почек, да, то есть селезенку. Следующая портальная фаза – это 60-75 секунда от момента введения. Здесь мы уже с вами видим органы, печень, надпочечники, селезенка, поджелудочную железу и в большей степени почки. Да, как результат, вены, надпочечники, почки, печень, селезенка у нас с вами законтрастированы. Есть такая фаза, как разновесная. Больше мы смотрим на третьей минуте, да, то есть для печени она применяется. Но отдельно хочу остановиться на контрастировании мини-почек и надпочечников. Здесь мы с вами делаем венозную фазу, это 25-40 секунда, между ранней и поздней артериальной фазой. Если вы выставляете другое время сканирования, то, соответственно, будет нарушение методики, и вы уже не получите качественные исследования. Нефрографическая фаза, да, то есть она у нас идет от 90 секунд, 100 секунда. На это внимание обращаем. И, соответственно, результат полное контрастирование. И выделительная фаза. Но здесь в выделительной фазе вам надо сразу проконсультировать своих рентгенлаборантов. И если он наслушает у рентгенлаборанта, спросить у врача, на какой минуте это будет выделительная фаза. У кого-то это будет на 5-й минуте, у кого-то это будет на 25-й минуте. Выделительная фаза, время определяет, соответственно, у нас с вами доктор. Что мы на ней видим? Это контраст в лоханках, мочеточниках, мочевом пузыре, соответственно, нам надо это все грамотно законтрастировать. Ну и какие еще моменты, которые мы говорим о именно исследовании брюшной полости живота? Это две специальные методики. Первая – виртуальная колоноскопия. Здесь тоже требуется определенная подготовка. Да, то есть за 3 дня до исследования бешлаковая диета, за 3 дня ослабительные средства, вечером накануне исследования определенная подготовка препаратом, и в день исследования за 2 часа мы с вами говорим пациенту не употреблять жидкость. Дальше готовим соответствующие инструменты, да, то есть у нас с вами проявляется газоотводная трубка, позиционируем пациента в положении Сима, вводим газоотводную трубку, нагнетаем воздух до неприятных ощущений и распирающих ощущений в области живота. И делаем сканирование. Да? Мы сделали сканирование и смотрим, достаточно ли у нас раздута кишка или недостаточно. Если недостаточно, продолжаем нагнетать воздух. Да? Только в этом случае у нас с вами получится качественное исследование. Это исследование выполняется, конечно, по строгим показаниям, и у нас должна получиться вот такая законтрастированная история. И следующий момент, да, то есть вторая методика специализирования, это энтерография. Мне тоже часто делают ошибки. Здесь тоже мы с вами соблюдаем алгоритм подготовки. Алгоритм подготовки представлен на слайде, и как результат мы получаем тоже качественное исследование. Если что-то в процессе подготовки мы делаем неверно, мы с вами не получаем качественного исследования. Вот так кратко я с вами проговорила технические моменты, я с вами проговорила, какие у нас органы входят в область исследования, что забрюшинственного пространства как таковой методики сейчас не используется, и в системе департамента здравоохранения уже номенклатуре ее нету. И про специальные методики специально обратила ваше внимание, чтобы мы не допускали данных ошибок.
А сейчас, я думаю, спасибо, что Елена, мы переходим к разбору кейсов. Такой экскурс прям в технические аспекты. Спасибо большое. Я думаю, что для рентгенолаборантов, да и для врачей, это будет информация очень важна, интересна и применима в вашей ежедневной практике. И далее мы передаем слово нашему эксперту. Он покажет нам, я думаю, интересные какие-то кейсы. Потом мы сможем с вами пообсуждать. Возможно, у кого-то появятся какие-то вопросы, мы будем готовы на них ответить. Пожалуйста, Борис Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами разберем клинические случаи гипо- и гипердиагностики заболевания органно-брюшной полости. И вот у нас первый случай. Мы видим с вами образование правой доли печени. Гиперваскулярная, активно накапливающий контрастный препарат в артериальную фазу, венозную вострочную фазу отмечается эффект вымывания контрастного препарата, то есть образование гиподенсно на фоне паренхимы печени. Данное образование трактовалось как атипичная гемангиома. Возможно, что это действительно атипичная гемангиома. Тем более мы знаем с вами, что есть склерозирующие или склерозированные формы гемангиом, в которых каверны тромбируются, остром разрастаются, и образование гемангиома уже не, так сказать, обладает тем классическим характером контрастирования, который ей присущ. Тем не менее, данное образование, как я сказал, артериальное, гиперваскулярную артериальную фазу, и при этом гиподенсное, то есть эффект вымывания наблюдается в венозно-вострочную фазу, вот такое образование также характерно для гепатоцеллярной карциномы или гепатоцеллярного рака. Поэтому, когда мы видим такое образование, лучше в заключение писать КТ-картина, ну, допустим, атипичный, там, неважно, гемангиомы или даже аденомы, следует дифференцировать с гепатоцеллярным раком или карциномой. В то же время, если мы с вами видим образование, ну, в данном случае как образование печени, с классическим паттерном контрастирования, в данном случае центропитальное накопление контрастного препарата в артериальную фазу и в отсутствии визуализации данного образования венозную восточную фазу. Естественно, мы с вами понимаем, что такой паттерн контрастирования характерен для гемангиомы, классическая картина. Поэтому в заключение мы с вами пишем КТ-картина по характеру контрастирования соответствует гемангиоме. Писать дифференциальный диагноз, проводить с метастазами, здесь уже не следует. Мы с вами все понимаем, мы люди, конечно, и понимаем, что когда мы с вами смотрим исследования, особенно когда пациенты что-то требуют, либо врачи вокруг стоят, и быстро-быстро надо посмотреть, мы из-за этой быстроты можем порой пропустить и образование в печени, как в данном случае умеренное гиперваскулярное образование в правой доле печени. При этом, если это онкологический пациент, то врач-рентгенолог обычно целенаправленно смотрит венозную фазу. Мы привыкли, что в венозной фазе метастазы выглядят гиподенсно, гиповаскулярно, при этом не просматривая остальные фазы, артериальную и отсрочную фазу. Вот в данной ситуации мы видим, что образование гиперваскулярное, венозную фазу сохраняется гиподенсный центр, а в отсрочном мы уже не визуализируем, и данное образование уже можно трактовать как фокально-дулярную гиперплазию. Кроме этого, необходимо также помнить, что подкапсульный гиподенсный участок, ну, в данном случае четвертого сегмента печени, все-таки здесь больше локализация характерна для локального стеатоза, хотя иногда могут трактовать как киста.
У онкологических пациентов мы обращаем внимание на, в первую очередь, на вторичное поражение паренхиматозных органов, а также на выявляем признаки канцерматоза, пришины большого сальника. И при такой оценке иногда возникает гипердиагностика канцерматоза, как в данном случае, где увеличение мезотериальных лимфоузлов с уплотнением брыжейки, клетчатки брыжейки, там кишки, было расценено как канцерматоз брюшины и большого сальника. В противоположность. В данном случае мы видим, что как раз здесь и есть классические признаки канцерматоза большого, канцерматоза большого брюшины, как раз классический признак сальникового пирога, который представляет себе собой образование большого сальника. Как было уже ранее сказано Еленой Вячеславовной, да, необходимо, конечно же, перед исследованием, если мы целенаправленно с вами смотрим желудок, естественно, расправлять, ну, имеется в виду давать пациенту попить воды для расправления стенок желудка. В данном случае пациенту мы видим, что пить не давали, но вот по каким-то определенным причинам. И данные изменения трактовались как признаки гастрита. Ну, начнем с того, что гастрит все-таки это клинический диагноз, подтверждающий или исключающий эндоскопическими исследованиями. И на КТ не стоит ставить такое заключение. Ну, вот, а во-вторых, все-таки, если мы что-то сомневаемся, лучше тогда рекомендовать до обследования. Вот, либо, если есть возможность, просмотреть исследование до контраста. Вот, если у нас какие-то есть вопросы, тогда мы пациенту перед внутривенным контрастированием даем попить воды для расправления желудка. Хочу обратить ваше внимание на то, что трактовать образование нативную фазу без контрастного усиления не стоит. Да не стоит, даже нельзя, потому что гиподенсное образование, которое мы сейчас с вами видим на слайде в правой доле печени, трактовалось как гемангиома. Но без контрастного усиления мы с вами не знаем и не можем сказать, что это такое. Может быть, гемангиома, может быть, фокально-дулярная гиперплазия, а может быть, какой-то действительно гепатоцеллярный рак. В данном случае, необходимо, кстати, обратить внимание и помнить о том, что в одном органе иногда бывает и сочетанная патология. Ну, всем наверняка, кто работает в онкологической клинике, знает, что иногда встречаются два рака в толстой кишке, там первично множественные раки. Здесь же было описано утолщение стенок желудка с активным накоплением контрастного препарата, с уплотнением парогастральной клетчатки. Были описаны лимфоузлы, были описаны, что печень не выявлена образование. Но в то же время не было указано наличие еще одного образования в нижнем выходном отделе стенки желудка, жировой структуры, которую можно трактовать как липому желудка. В нашей практике часто встречаются пациенты после приведения пациента, в котором проводилось лечебное диагностическое мероприятие, будь то стентирование желчных протоков, либо дренирование желчных протоков, когда после билиарной декомпрессии нам приходится оценивать состояние протоков, а также на фоне дренажей либо стентов лечащие доктора просят оценить наличие опухоли, ну и оценку влечения сосудов. Конечно, мы с вами понимаем, что на фоне стентов либо дренажей невозможно оценить просвет желчных протоков. Либо, как в данном случае, представлено состояние после стентирования мочеточника правой почки.
когда за счет, ну, по причине того, что у пациента был, естественно, там конкремент, застентировали. При описании не было указано на наличие конкремента в нижней трети мочеточника. Поэтому даже если, скажем так, в таких ситуациях, если мы видим, что Нурич нас просит посмотреть этих пациентов, необходимо последовательно, методически просматривать исследование срез за срезом, чтобы не упустить какую-либо патологию. А также поиграть, как говорится, поиграть с контрастом. Да, там интенсивность переключить, может быть, в костный режим, чтобы уменьшить артефакты от стента. Очень часто встречаются в онкологической практике пациенты с таким даже запущенным состоянием или с тотальным поражением, когда у пациента уже есть множественные поражения легких, ну, костей, соответственно, печени. То есть такая грустная ситуация. При этом врач, мы все врачи, мы описываем пациента, очень много пишем, легкие поражения описываем, поражение надпочечников, описываем поражение печени. При этом можем упустить и образование хвоста поджелудочной железы, как в данном случае. При этом хочу обратить вас внимание, что этому пациенту не проводилось контрастное исследование. Вполне возможно, что если этому пациенту было проведено классическое КТ, контрастное исследование с артериальными, венозными фазами, там надранные, артериально-портальные, вполне возможно, что образование хвоста поджелудочной железы врач бы увидел бы и наверняка бы описал бы. И снова о методиках и областей уровня сканирования брюшной полости. Уже было сказано, что необходимо верхний, там, в зависимости от того, как у вас идет стол, скан должен начинаться наддиафрагмально, да, то есть получается захват базальных отделов легких, и далее до лонного сочленения, то есть мы захватываем всю брюшную полость. У данного пациента мы выявляем расширение петель тонкой кишки даже с уровнем жидкости. То есть есть признаки тонкокишечной непроходимости. А причина какая? Возможно, причина кроется где-то в полости малого таза. Но, к сожалению, мы с вами этого не можем увидеть, потому что как раз на интересуемой зоне нам с вами как раз и закончилось сканирование. При описании заболевания, первичного заболевания, также необходимо обращать внимание на его распространенность. Как в данной ситуации образование толстой, ну, сигмовидной кишки с виде утолщения стенок, с активным накоплением контрастного препарата. И в то же время мы должны также указать и соответствующую лимфаденопатию, инфильтрацию брыжечных сосудов. У нас на изображениях, на правых картинках мы видим обведённым кружком образование поджелудочной железы. Доктор увидел, описал структурные изменения, но при этом не было описано, что образование приводит к стенозу двенадцатиперстной кишки и соответствующему гастростазу. Это важно знать для клинициста, поскольку от этого уже будет меняться тактика лечения пациента. Также тактика лечения и ведения пациента будет меняться, если также при описании, кроме первичного образования, мы должны также, естественно, указать и наличие вторичного поражения. Видим образование желудка, инфильтрация окружающей клетчатки, лимфаденопатия. Естественно, необходимо указать на наличие образования в правой доле печени.
Есть ли какие-то есть сомнения о генезе данного очага или образования печени? Может быть, кто-то предположит, что это киста такая, либо это какая-то типичная, снова атипичная гемангиома. Если есть сомнения, тогда рекомендуем МРТ. МРТ с контрастным усилением. А вот на данном слайде представлен пациент с зрительным анамнезом туберкулеза. Его прислали на исследование, мочеводящих путей. На УЗИ был заподозрен абсцесс, там пилонефрит правой почки. На КТ мы видим, действительно, есть признаки пилонефрита, есть признаки абсцесса, скорее всего, там туберкулезный, но при этом не было указано изменение толстой, восходящего отдела толстой кишки, мы видим, как, какие утолщены стенки. А также не было указано мезентериальной лимфоденопатии. При этом, если мы с вами вспомним слайд с мезентериальной лимфоденопатией паникулитом, там лимфоузлы были увеличены, при этом однородной структуры. Здесь же лимфоузлы уже с кистозными структурами, то есть идет деструкция лимфоузлов, что, возможно, является как следствие туберкулеза внутрибрюшных лимфоузлов. Помимо того, что мы обращаем внимание на интересуемую нами зону, то есть на цели исследования, есть камни в почке там, или есть образование, мы должны также оценивать и окружающие мягкие ткани, как в данном случае необходимо указать наличие вентральной грыжи или наличие паховой грыжи. При этом мы видим, что в грыжевой мешок также вентрирует петли тонкой кишки. Очень часто при исследовании органов грудной клетки мы захватываем брюшную полость. Мы описываем легкие, но при этом не обращаем внимания на то, что происходит в брюшной полости. И наоборот, при исследовании брюшной полости мы, естественно, мы захватываем базальные отделы. И в каких-то определенных ситуациях не обращаем внимания на то, что же там происходит. А там может быть либо тромбоэмболия легочных артерий, как мы видим на данном слайде. Также, возможно, при исследовании брюшной полости также необходимо обращать внимание и на сопутствующую патологию, такую как стеноз проксимального отдела верхнебрюшечной артерии, аневризма абдоминального отдела аорты, либо аневризма селезеночной артерии. Ну и любимые нами с вами костные патологии. Бывает, да, мы забываем посмотреть, поэтому можно взять такое для себя за правило. Перед тем, как посмотреть паранхематозные органы, в первую очередь давайте будем смотреть костную систему. Вот, потому что я понимаю, если та же самая сакрализация L5 позвонка или гемангиома, она клинически может быть и не значима для пациента. Вот, в то же время очаг остеосклероза бедренной кости для онкологического пациента очень много значит. Особенно если окажется, что у пациента, допустим, рак почки. И тем более, если мы, допустим, не опишем гемангиому, а кто-то потом, пациент, придет в другое учреждение, там опишет гемангиому, позвонка, тот же самый пациент придет там и будет задавать вопрос, а почему не описали? И нам тогда придется долго вести с ним разговор, почему, как, и, в общем-то, это будет такая небольшая нервная трепка. Спасибо, Борис Сергеевич. Большое спасибо. Благодарю за внимание. О, спасибо. Очень интересные кейсы. И хотелось бы тогда задать сразу вопросик, пока у нас коллеги включаются и могут писать во вкладке «Вопросы» свои вопросы. Потихонечку начали вопросы появляться, я вижу. Борис Сергеевич, скажите, пожалуйста, что бы вы... Точнее, как бы в своей повседневной практике, какие рекомендации вы даете? Даете ли вы, вот, если, допустим, исследование
нативной, допустим, фазе сделано. Я понимаю, что у вас чаще всего, конечно, контрастные исследования, но все-таки даете ли вы рекомендации о каких-то еще методах исследования, о каких-то консультациях специалистов вообще? Да, конечно. Если какие-то возникают вопросы при исследовании, ну, в данном случае органов брюшной полости, конечно, мы будем давать рекомендацию. Если нам на каких-то определенных обстоятельств пришлось сделать пациенту нативное исследование, и, ну, вот, кстати, если нативное исследование из-за того, что у пациента аллергия на контрастный препарат, тогда мы с вами можем выбрать другой метод исследования диагностики. Либо можем сделать то же самое МРТ брюшной полости. Вот. Кстати, та же самая гемангиома классическая очень хорошо смотрится и при ультразвуковом исследовании. Достаточно безопасный метод для пациента. Если какие-то вопросы возникают, как с кейсом по поводу желудка, то тогда мы можем, конечно, не повторять исследование, можем рекомендовать гастроскопию. Угу. Спасибо, Борис Иванович. Я думаю, что мы сейчас посмотрим вопросики, какие у нас появились. Ну, вот у нас первый вопрос был. Первый вопрос у нас немножечко... Я смотрю, что первые вопросы у нас немножечко не по теме сегодняшней нашей встречи. Ну, мы, конечно, постараемся вам по возможности на них ответить. И вот первый вопрос по поводу, кто ответственен за подсчет и контроль суммарной годовой дозы. Я думаю, что Елена Вячеславовна нам поможет ответить на этот вопрос. Замечательный вопрос нам задал Артем. И смотрите, у нас на здесь можно разделить на несколько моментов этот вопрос. Да? Первый. Кто ответственный за подсчет и контроль суммарной дозы кого? Пациента? Или мы говорим о сотрудников. Если мы говорим о пациентах, да, то после каждого исследования лист дозовой нагрузки рентгенлаборант обязан проставить дозу. И уже направляющий доктор, видя, да, какую дозовую нагрузку у нас получил пациент, имеет право, да, то есть задуматься, нужно это исследование, принесет оно вред или не принесет. Да, то есть, как мы знаем, на диагностические исследования нету, да, то есть порогового исследования, да, то есть там какое-то фамилизирует. А вот скрининговое исследование, у нас есть ограничение. Ограничение равно 1 миллизиверту. Если мы говорим про персонал, да, то есть, ну, суммарная годовая доза, мы тоже с вами получаем, это наши с вами жучки, то у вас должен быть инженер по радиационной безопасности или приказом главного врача может быть ответственный, да, за радиационный контроль. Спасибо большое, Елена Вячеславовна. Надеюсь, что мы смогли ответить на вопрос. Следующий вопрос тоже немножечко не по брюшной полости, но все-таки постараемся. Очень интересная новость по поводу того, что в аннотации контрастных препаратов пропала строчка про креатинин. Правомочно ли брать пациентов на КТ-исследование без анализа на креатинин? Борис Сергеевич, расскажите, какой у вас опыт? Ну, на самом деле, это давно такой, знаете, сказать, болезненный вопрос, не знаю, или вопрос, который всем набил же оскомину. Мы в нашей организации, если сказать честно, мы спрашиваем креатинин. Мы понимаем, что есть рекомендации на пациента кардиологии о том, что там пациент, по-моему, до 60 лет, если нормально функционирует почка, можно не брать креатинин, не спрашивать, да. Но все-таки для перестраховки мы спрашиваем креатинин, потому что, ну, не знаю, береженного, как говорится, Бог бережет. Лучше спросить. Лучше, конечно, спросить и При этом, да, не ориентироваться именно на показатель креатинина, а все-таки подсчитывать скорость клубочковой фильтрации. И уже в ЮСУРе, и уже в рекомендации на пациентной кардиологии уже про это рассказано подробно. Вы можете посмотреть это на сайте на нашей организации. Ну да, получается, что, скажем так, на данный момент, да, такие вопросы решаются как бы внутри медицинской организации, да, все-таки. Потому что пока что у нас в России по данному поводу нет, не прописано
и отказ от показателей креатинина, и при этом у нас не прописано, что обязательно вы должны делать, да, поэтому вот тут, так, конечно, такое некоторое балансирование, да, но я думаю, что в своей медицинской организации вы сможете устаканиться. Добрый вечер. Какие нормативы нагрузки исследованы на одного врача в смену? Коллеги, очень интересные вопросы. Я смотрю, всех очень интересует тема КТ-исследования органно-брюшной полости, что нас завалили очень интересными вопросами, совершенно не по этой теме. Еще раз повторяемся, да, что в каждой медицинской организации, в каждом медицинском учреждении, в зависимости от профиля, может проходить разное количество исследований на одного врача в смену, в две смены. Я думаю, что даже не стоит нам развивать эту тему, потому что Борис Сергеевич нам может сказать одно какое-то количество, я вам могу сказать другое количество, третий врач вам скажет другое количество. Поэтому давайте лучше все-таки мы будем переходить к следующему вопросу, касаемый темы нашей. Какую плотность конкремента при МКБ оцениваете? Максимальную или среднюю? В случае гетерогенной структуры конкремента указываете ли плотность для каждой части отдельно? Ну, если конкремент действительно большой камень, да, то, конечно, будем указывать различную плотность. Минимальную или максимальную. В целом, если не по плотности конкрементов, как из моей практики следовало, к нам приходит уролог, и мы вместе с ним садимся за рабочую консоль и начинаем мерить плотность конкремента. Ну да. Очень часто бывает, что такую информацию, вот эту определенную, да, запрашивают урологи. Но очень часто бывает, что в практике, да, когда нужно что-то делать с камнями, да, вот есть вот, когда их дробят, и урологам нужна именно наибольшая, да, максимальная плотность, потому что они должны понимать, возьмутся ли они за эту манипуляцию, да, или нет. Совершенно верно. Мы работаем с вами в связке все-таки с клиницистами, да, мы же не работаем только вот сделали исследование и забыли, да, чаще всего в медицинских организациях, неважно, амбулаторное это стационарное, ну, стационарным это, конечно, особенно, но все-таки в амбулаторном мы работаем в связке с клиницистами, мы понимаем, должны понимать, что они хотят, что они предполагают увидеть на исследовании, мы понимаем клиник, то, что я говорила в начале, клиническая информация, цель исследования, да, мы должны знать какую-то клиническую информацию о пациенте, почему врач направил на это исследование, и, соответственно, уже совместно с ними как бы взаимодействовать. Ой, коллеги, у нас продолжают поступать интересные вопросы. Я, к сожалению, сейчас посмотрю, вынуждена буду включать фильтрацию, извините. И выбирать вопросы касаемо нашей темы. Что там? Необходимо ли уменьшение объема контрастного? Я на два вопроса прокомментирую. Да, вопрос про 16 срезов. Но вопрос нам техподдержка пересылает, видимо, из основного чата. На 16 срезов часто у крупных пациентов желтая рамка ограничивает область исследования. Как поступать? Отказывать или проводить? Ну, во-первых, рамка исследования – это как бы наша область исследования. И когда мы действительно тянем в разные стороны за желтую рамочку, у нас пациент может не поместиться. Но если мы войдем в параметр ФОВ, и напишем 1200, а это 1200 метра, это максимальная область исследования, да, то есть у нас один шаг томографа – это 40 сантиметров, он сканирует 40 сантиметров, 40 сантиметров, 40 сантиметров. Вот максимальная – это 1200 метра. Я думаю, что ни одного пациента 1200 метра брюшная полость, малый таз не займет. Поэтому здесь не за желтую рамочку мы с вами тянем, а именно заходим в параметр ФОВ и меняем его. До 1200 метра любой томограф, даже еще шаговые, да, то есть сейчас у нас спирально еще шаговые позволяли это делать. Необходимо ли уменьшение объема киловольт
я так понимаю, КВ. Это контрастное вещество. Это контрастное вещество. Да, это контрастное вещество в случае, если пациент после исследования поедет на гемодиализ. Это уже... смотрите, того, что вы уменьшите или увеличите, да, то есть качество исследования пострадает или нет? Ну, качество, конечно, может пострадать, но при этом пациенту-то уже, не скажу, все равно. Самое главное, на самом деле, здесь не то, что уменьшение объема, а то, что исследование должно проводиться в день гемодиализа. То есть сделали контрастное исследование, тоже пациент уезжает на гемодиализ. Ни в коем случае на следующий день там, или через день не стоит. И такой момент, да, то есть еще раз, вот прям по всей России мы ездили, мы видели, что есть два способа введения контрастных веществ. 2 года я наблюдал. Либо всем по 100, либо всем по 50. Mm-hmm. Да, смысл уменьшать или увеличивать? Вы рассчитайте от массы тела, какое количество контрастного вещества действительно ему нужно для качества исследования. Тогда у вас не будет возникать этого вопроса. Спасибо, коллеги. У нас очень интересно это пошло. Вот. Даже это не дискуссия, нет, это мы делимся опытом и обмениваемся. Скажите, пожалуйста, уплотнение клетчатки брыжейки может ли встречаться в норме? Обязательно ли отмечать в протоколе? Обязательно отмечать, конечно, обязательно. Все-таки это не совсем даже норма. Вот. Если мы посмотрим нормальную брюшную полость, то мы не увидим уплотнение клетчатки брыжейки, ну, мезотериальный паникулит. Но вот поэтому, когда мы видим такое изменение, конечно, надо описывать и, конечно, надо указывать заключение. Да, это потому что, как говорят клиницисты, очень часто на самом деле это может являться реактивным, да, сопутствующим, да, проявлением какого-то основного. Да, и может быть даже быть источником какой-то определенной боли, да, который там беспокойство пациента. Какие частые ошибки в структуре описательной части протокола органов брюшной полости? Какие опорные пункты можно в нем выделить, чтобы ничего не пропустить? Ну, как я уже говорила, наиболее частые ошибки в структуре описательной части протокола и вообще, что часто бывает и часто указывается при проведении аудита, это не указана эффективная доза и это не указана клиническая информация, вот то, что я говорила, да, цель исследования клинической информации, потому что очень часто клиническая информация может натолкнуть нас на определенные мысли, по тому, что мы увидели на этом исследовании. И касаемо структуры протокола, описания, да, как я уже говорила, у нас прям строгих таких вот рекомендаций прям нету, но, однако же, мы указываем обязательно, да, подробно описываем патологические изменения, особенно если у нас есть цель исследования, да, у нас есть какая-то цель, мы идем на это исследование. Соответственно, это зона интереса, да, этот целевой орган, и тем более, если там выявлена патология, описывается подробно со всеми степенями распространенности, вовлеченности окружающих органов, клетчатки. Вот. Далее обязательно то, что попадает в зону сканирования, также обязательно должно указываться, может быть, там, без каких-то там деталей, особенно если мы не видим изменений. Обязательно смотрим, как сказал Борис Сергеевич, да, то, что попадает в зону сканирования. Казалось бы, легкие, да, но все-таки в легочный режим тоже можно переключиться, посмотреть. Обязательно костный режим. То есть все описывается, но наиболее подробно описывается именно зона интереса, именно патологические изменения. И по такому же принципу строится заключение. Вперед у нас идет патология выявленная, потому что она должна стоять на первом месте, и это важно, и то убывание. И снова я прорекламирую пациент-медрадиологию. Да, на сайте есть шаблон описания, да, есть у нас шаблон протокол, описания. Шаблоны описания, которые могут, помочь, да. Да, которые могут вам помочь в описании, а также не только шаблон нормы, но и повторных исследований, оценка по рецисту, арецисту, ну и да, дальнейшем, и так далее. Коллеги, нам пора завершаться, поэтому мы быстренько сейчас пройдемся. Вопросов много. Так. Смотрите.
У нас просто уже по нескольку вопросов, извините, цепочка вопросов немножечко утерялась. Не совсем понятный вопрос был. Критерии размеров очаг образования печени. Но по поводу критериев, все-таки очаг образования – это касаемо легких. В печени обычно говорят образование на самом деле. Неважно, какого размера – 5, 6, 10 миллиметров. Но когда я рассказывал, конечно, у меня проскакивала фраза «очаг печени». Я прошу прощения, потому что это все-таки классическая терминология дает о себе знать. И периодически действительно, а так правильно говорить все-таки образование, это картина образования печени. И размеры. В первую очередь, два взаимно перпендикулярных размера в аксиальной плоскости, да, потому что, кстати, по максимальному размеру мы оцениваем дальше еще онкологический процесс парицист. Да. И если необходимо, то третий размер в МПР-реконструкции, да, сагитан, либо в корональной проекции. Да, спасибо, Борис Сергеевич. Коллеги, мы, к сожалению, уже выбиваемся с вами из временных рамок. Спасибо большое, да, что вы послушали нас. Если кому-то мы не ответили на вопросы, извините, ну, действительно, просто как-то они... Сначала их не было, или они были не совсем по теме, а потом их появилось очень много. Поэтому надеюсь, что вам было полезно, и это вам поможет в вашей повседневной практике. Пожалуйста, немножечко в конце, когда мы уже отключимся, задержитесь на пару минут и оставьте свой отзыв о данном вебинаре. Нам очень важно ваше мнение. Ссылка на анкету будет в чате. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания.